приехали мы в гости не с пустыми руками, а привезли им вот такой агрегат. Тихо-тихо-тихо. Велосипед. Так, все, давай, все, давай, все. Так, так, спускаем. Новенький. Так, поехали. Таня, принимай. Давай, принимаю. Принимай. Володь, ты вот лучше поставь вот здесь. Сейчас, сейчас. Ну, здравствуй, сад волшебный. Как называется? Это декоративная. Ага. Она очень красиво цветет. Красными-красными цветочками. А яблоки, наверное, не это, как ее съедобные. Да, оно такое, да. Как дички. Да, дички. Да, дичка. Какая красота. На фоне ваших красивых домиков вообще отлично. Так, это клен, да? Это клен. Ой, какая красота. Он ярко-ярко красный будет. Ой, какая даже красота. Не ярко красный, он ярко-малиновый будет. Угу. В этом году это как ее. А ну прям хорошо. У вас как ее дендрарий. Дендрарий. Я удивился. Елочка. Это вот на полметра. Смотри, шишек. Да, они такие шишки красные были. Это шишки на маленькой елочке. Вот еще не хлебает, видишь, не козистый. Я так думаю. Приклеили, да? Да, вот голова. А это руки так. Как, смотри-ка, что. Вот это женские шишечки. Как интересно. С этой, со смолой. Мягко. А это мужские. Ой, так шишечки-то какие мягкие. Ой, какая. Как эти самые, как папье-маше. Надо же, надо же. Вот это барбарис, Таня? Да. Барбарис. Это барбарис. У нас другой был сорт. Вон, смотри. Ой, колючий такой, колючий. Не то вот, слово, вот какой я... колючий. А, нет, это цветочки отпадывают. Вера, очень, ты очень колючий. Да, да, не то слово, какие колючки. Это чисто красный барбарис. А это вот такой барбарис. Ага. С красным. Это будет красный барбарис. Вот у нас такой, Володя, был. Вот у нас такой был на Сангуле. А вот это молодцы. Где вы купили? В питомнике? Да. Опять же, декоративный. Но вряд ли. А мы ведь съедобный садили. И потом в плов добавляли всю зиму. Ну, есть, я пробовала. Особенно вот там. На этом я вот мало. А на том больше. Да, он ягодки кисленькие. Это камушки. Тут вот каждый камушек что-то обозначает. Это вот автобус. Ага. Это дети, это не внуки. Это уже тут. Переверни, переверни. Внуки нарисовали. От... На юге рисовали, и она с юга, да, такую тяжесть, да, везла. Это как вот видишь, лодки. Это лодка. Это машина. Это тут вот автобус. Да, вот это вот. Вот это медуза. А это вот, ой, видишь. Медуза. Вот. Народное творчество. Детское творчество. Когда бассейн будет, бросим на дно. У вас бассейн тут еще будет? Не, не будет бассейн. Я вам посмотрю. Ну как мне снять это кресло? Красоту. Ой, Вера. Володя, садись, я тебя сниму. Покачайся. Посильнее покачайся. А ты качаешься в нем? Володя, посильнее покачайся. Я думала, легонько. Эть, вот. Еще раз. А так она, знаешь, она так нехорошо мне допустила. Она так. Да, да, да. Когда я ничего подушку. Она когда так спокойно. Подушку. Вот вещу подушку. Вот. А когда вот так. Ну-ка. Вот. Ну-ка, давай. Опа. Ну-ка, давай. Ну, Серег, ты здесь обюрократился. Ой, а правда страшно. Ой. Да, страшновато на нем. Что там твои глазки видят? Прекрасный волшебный сад. Посмотри, какой красивый заборчик из тюльпанов. Такие пионы уже распускаются. Барбарис, яблони, вишни, крыжовник. Вот все это хозяйка молодец делает. Главное не убиться. Ну как? Ого, страшно. Надо будет руль повыше его под себя, да, сиденье, да, под себя. Плутковато. Ну, посмотреть, как переключаются эти скорости. Ну.
А то сил что-то. Значит, легко для начала. Нормально. Вот техника. Ой, смотрел, многие это снимают. Фильм, что вот купил. Такой раритет мы нашли у хозяев на даче. Какой шикарный чайничек заварной. Носик. Ой, у него Вера, даже Вера. Закрыт. Да. Тань, доставай там этот. Обалдеть. Солнышко, ничего? Ничего. Ну вот это с вашего магазина пирог. Должен быть с луком, с яйцом и кекс. Мы в прошлый раз брали там такой рулет со сгущенкой. Нам он не понравился. Ну, много начинки, нормально. Очень уютный у них гостевой домик. Просто прелесть. Столько милых вещиц, приятных сердцу. Микроволновка вон где себе место нашла. Моечка. Хорошо все. Интересные тарелочки с рисунком. На полочках бокалы. Это фейки из Икеи. Никак не соберусь себе купить печь русская. Красота. Сережа, это что такое ты купил? Что за булочка? Это французские. Французская Крем-а-бон. Булочка. Ремобон. А, вон коробочка. Ремобон классический. Володь, дай мне эту коробочку, я сниму, что за ремобон. Таня, мне немножко чая, то я не засну. Удобные особы. Половинку отлей. Ну-ка. А, Крем-а-бон. Издобная особа. Новинка. Через мост переедете, слева там вагончик стоит. Да? Да, вот там. Ты, Крем-а-бон, интересно. Угу. Ну, давайте чайком. За хозяев. За гостей, цветущий сад. Да. Живем рядом, приезжайте раз в год. Раз в год. Вот еще необычное растение. Что за растение, кто знает, подскажите. Хозяйка забыла, как называется. Какие нежные граммофончики. Это он, не он дал отросточек. Вроде нет листья, не его. Это розы. Спрятался, видимо, для того, чтобы от заморозков спасти, от солнечных ожогов. Спрятали сюда розы, куст. Плакучая береза? Да. Угу, красота. Сейчас ой, сережки красивые какие. Да, красота, сережки. И вот она, сережки, видишь, это тоже вот женская ветка. Ага. Ты посмотри, она светлее. Вот видишь, если светлее. Вижу, что ветки. Светлее, да. Видишь, да, она? Вижу, да. Видишь, светлая. Угу. Веточка светлая. Ой, как она быстро у вас выросла. Ну как быстро? Тоже. Такой ствол красивый. Слушай, это на нашем участке такое не посадить, не вырастить. Садили маленькую-маленькую веточку. И вот такая огромная-огромная березка декоративная разрослась. Все это радует душу. Качели. Елочки посадили. Это песочница детская. Вон куда они забрались наверх. Обозревает окружности. Ну и мы пойдем обозревать. Вот так и хочется полной груди вздохнуть. А здесь у нас тополя были сухие, убрали все, да? Бобры, я же тебе говорю, бобры. Подъедают и падают. Вот здесь вот была черемуха, вот такое вот дерево. Вот. Но оно сейчас упало, не видно. Вон, видишь, там он, да, тут да, дерево. Да. Это тоже они. Это все бобры. Бобры, бобры. Здесь птички, господи. Ой, не то слово. И овечки бродят. Кукушка прилетает, да. Кукушка, соловей, жаворон. Скворцы. Скворцы. Много травки для овечек тут. Да, с удовольствием. Видишь, щиплют. Какое дерево свалили. Вот подвязали, подвязали. Но они, видимо, тащили уже туда, наверное, перейдут себе. Где-то на берегу. Как это ваша речка называется? Камышинка. 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 Речка Камышинка. Наверное, Кислянка, потому что в деревне Кислянка.
Да, я смотрю, вот сейчас вот едем, да? Вот такое село, такая церковь. Дома сажают. Да, это под горох, который, если вырастет. Кажется, должны пахнуть, но я которые, понюхала, не пахнут. Есть, они пахли, они когда в момент распускания пахнут. А сейчас уже травой пахнет. Ну, очень нежно, очень нежно. Они будут больше, Таня, или нет? Нет, размером? Не будут больше. Но все равно красиво, да. Белоснежный, так осыпано белоснежными цветочками. Елка должна быть уже вот выше этой. Ну что, поезд идет. Да, можно представить, что это ты поехал в путешествие. И сразу такие картинки рисуются в голове путешествия. Да. Вечер закончился, ничего не делание. Вперед. Ну, давайте прощаться. Спасибо вам за все. Да, за приют. Сейчас нам. Заманили, хоть заманили. Велосипед. Да, живем. Сережа, надо, чтобы приехать, чтобы велосипед купить, да? Зато программу вам. Очень красивый букетик. Прямо я не могла его не снять. Белая, ну вот и покатили мы от гостей. Солнышко уже садится. Пора домой.